Ваше впечатление? Ну, все понравилось, очень интересно. А что конкретно понравилось? Ну, именно работа над собой. Психологическая, скажем, тактика. Ага, спасибо, благодарю. Пару слов. Понравилось, много красивых девушек. О! Девчонки? Импровизация очень понравилась. Очень понравилась, да, тоже. Раскрываешься. Энергетика. Стоит походить в Останкино? Конечно. Ага. Вы знаете, самое смешное, что раньше вот никогда не хотела стать актрисой. Но год опыта работы в театре, вот, итальянском, «Бонджорно», меня побудил вот привезти сюда и поучиться. Понравилось? Очень, конечно. Благодарю. Так, давай, Ирин. Здравствуйте, я Ирина. Мне понравилась Лара Шум. Я не ожидала, что она такая молоденькая, классная, прям активная очень. Ну да. Акценты. Да, кстати, молодец. Я с тебя взяла. Урок заряжает энергией, очень позитивно. Сразу хочется пойти обучаться, потому что очень весело. Все понравилось. Замечательно. Да, да, спасибо, Ларишу. Мне все очень понравилось. Вот, и я желаю ей успех, и всем, и себе тоже успех. Спасибо. Привет, мне все понравилось, особенно снятие зажима. Класс, приходите. Да, обязательно приходите, если хотите что-то вообще добиться. Завесело сюда прийти, не пожалел. А, ну да, весело. Так, все. Очень понравилось. Понравилась Лара, потому что она боец. Я таких людей люблю. Ну, надеюсь, тогда на взаимовыгодное сотрудничество. Я тоже. Скажете что-нибудь, что вы приехали сегодня из Пятигорска? Вчера. Ну, вчера. Да. Ну, действительно, заряжайте энергией. Спасибо. Вам тоже спасибо, что вы до нас добрались и доехали. Благодарю вас.